В связи с недавними событиями в Ultimate Team я решил взять небольшой перерыв в этом режиме. Наверное, это будет даже и хорошо, потому что игроки несколько подешевеют. Потому что сейчас как-то нереально они, многие, которых я хочу, очень дорого стоят, а монет не взять просто неоткуда. Плюс я пока что монетки фармлю, то что надо делать на старте вашего прохождения Ultimate Team. Поэтому я сейчас начну историю, конечно же историю, как же я долго ее ждал, чтобы поиграть в нее наконец-таки в полном режиме. Посмотрим, что она из себя представляет. Любимый клуб, выберите ваш любимый клуб премьер-лиги. Ну тут без вопросов для всех. О, кстати, тренеры еще и тут реальные. Ну, это, конечно же, Ливерпуль. Место Ливерпуль. Юрген Клопп. 18 титулов. Стадион Энфилд. 54 167 человек. Вместительность 1892 год. Да, Ливерпуль, только Ливерпуль. Клэпхэм Коммон, Лондон, Великобритания, финал регионального кубка Under 11. Давай, Алекс! Последняя минута, давай, Алекс, надо решать. Go on, Alex, take him on. Ну куда это годится? Не падать, тянет! Ужас какой-то! Серьезно, Гарольд? Судья! Судья, где свисток? Не повезло. Похоже, будут пенальти. Спасибо, Газ. Видишь, Джордж, я же тебе говорил, что парень талантливый. Мой сын не может так падать. Ты добища. И если ты собираешься и дальше так говорить о нашем сыне, что-то там можешь уйти, просто иди уже, а? Ладно, ладно, ухожу. Пенальти. Ебать, Пьер Луиджи Калина. 27-й. Ну и ворота, блин, огромнейшие, и вратарь такой шкет стоит там. Да. Мастерский классный удар. Сейчас возьмет, отвечаю. Красавчик. Давай, Хантер, зайдет. Давай, Алекс, давай, Алекс, давай, Алекс, давай, Алекс, кричит ему Гаррет. Ну шо? Сейчас бы пенальти забить. Удар! Голосо! Забивает Хантер. Так. Вколотил, ага. Просто копнул, но вколотил. Нормас. Потянем. Чемпионы. Чемпионы. Оле, оле, оле. Лучший в Лондоне, старик. Да, старик. Как ты мог? Как ты мог, Гарольд? Почему ты просто не поддержал Алекса, как твой отец? Да почему я не мог быть таким же, как легендарный что-то там? Таких будет много. Повесь тут. Будет вроде зала трофеев. Это тот самый Гаррет. Знаешь, старик, пойду-ка я. Мама будет спрашивать про игру. Увидимся в школе в понедельник, ага. Ты сегодня хорошо играл, Гаррет? Спасибо, мистер Хантер. Эй, Алекс. Чемпионы! Чего задумался? Алло, о чем задумался-то? О футболе. Я хочу стать футболистом, как ты и как папа. Знаешь, есть разница между игрой и работой. Если собираешься стать профи, придется сделать футбол своей жизнью, понимаешь? Сегодня на игре был Джордж Бейкер. Здорово впечатлился. Скаут? Да. Вот, им я забил свой сотый гол в феврале 1969 года в Ковентри Сити на выезде.
February 1969, Coventry City away. Left foot. Ударю левый с лёта. Красота. Держи. Может быть, тебе тоже удачу принесёт. Might bring you luck too. You sure, Glenda? Дед, ты уверен? Oh, yeah. О, да. I'll practice with you. Я буду тренироваться с ним каждый день. Ну тогда чего ж ты время тянешь? Чудеса чеканки. 7 лет спустя. Хантеру, значит, уже 18, по идее, должно быть. It's time, Alex. Пора, Алекс. Возмужал. Esports представляет история Адетамива Эдун в роли Алекса Хантера, Фред Сандерленд в роли Джима Хантера, Шерон Дункан Брюс в роли Кэтрин Хантер, Льюис Ривз в роли Гаррета Уокера, Бобби Лоренсон в роли Эндрю Батлера, Кьюэр Джонс в роли Майкла Тейлора, Крис Уолтерс в роли Дэнни Уильямса, Марко Ройс, Харри Кейн, Анхель Ди Мария, Хаймс Родригес, консультант по ДСС Гарин Кей, там что-то консультант по сюжету Томас Уайт, Атикус Росс, композитор и камбэк-кит в исполнении Касабиан.